Чичикан Рух. Это обряд, это у нас называется ритуальный арка Чичикан. Это своего рода, как можно сказать, как портал, который через проходя через человек, проходя через него, оставляет всю свою скверну с этой стороны и выходит с той стороны очищенным. Ага, это обряд очищения. Вы оставляете всю свою скверну. Очиститься надо. У вас еще вот дымом вот так вот очищает. Впереди, сзади раз очищает. Я видите, дорогие. Вот так проходить? Да, туда прямо наклоняйтесь, проходите. У вас другой человек теперь уже, да, обновленный. О, сразу какой-то прилив сил. Ну все, поздравляю. Чувствую новый Евразии сейчас это у нас. Горо-горо! Как попрет! Добрый день, товарищи! По обычаю коренных народов севера обязательно надо вождя через оленя рукопожатием. Этим самым вы говорите, проходите, что туда чуть дальше. Благими намерениями согласны сотрудничать. Я думала, его поприветствовать. Нет. У нас стоят, по одну сторону стоят вожди родов, племени, по другую те, кто приезжают с ними работать. Гости. И они с нами тоже. Да. И вот олень считается залогом хорошего сотрудничества. А теперь вот сюда проходите. Ему не холодно? Нормально, как ему может быть холодно? У Кивена священное дерево лиственница натягивается нить, на которую свои пожелания, ленточкам. И вот эта вот ленточка, и это Дельбурге называется. Это Дельбурге останется в оптическом институте для того, чтобы обеспечить выполнение ваших всех договоренностей. А у вас тут как это волшебный институт? Да. Это обычай. Это обычай. А можно нет? Ай, мама. Не вышли. Это холодно.
Все благополучно было. А сейчас вы проходите обряд, верхний обряд. Благопожелание. Вам дадут ленточки, и вы завяжете на Дельбурге свои пожелания Арктическому институту. Всем Thank you.